Всем привет, это Бостон. В этом видео я расскажу все, что нужно знать по новой системе эмблем. Как прокачивать, что прокачивать, лучшие перки и так далее. Поехали! Начнем с того, что эмблемы стали более гибкими, а боевые очки больше не будут тратиться на прокачку эмблем. Соответственно, тем, кто еще не прокачал эмблемы на максимум, будет проще купить новых героев за боевые очки. Я помню, как в самом начале игры не мог купить ни одного нового перса, потому что почти все боевые очки уходили на эмблемы. На самом деле и сейчас боевые очки будут тратиться на получение эмблем, так как остался удачливый сундук обычных эмблем и прокрута колеса удачи. Но это уже дополнительные способы получения эмблемы пыли, без которых можно обойтись, хотя сундук точно стоит покупать для ускоренной прокачки новичкам в игре. Еще раз повторюсь, что на саму прокачку эмблем боевые очки больше не тратятся, и это замечательно. Также теперь, прокачивая любую ветку эмблем, мы будем получать таланты, которые можно вставить в любую ветку. Это значит, что мы получаем просто невероятное количество сочетаний эмблем для любого героя. Но, естественно, есть наиболее подходящие сочетания, и их мы рассмотрим чуть позже. Также мне особенно нравится то, что теперь эмблемы сборки и боевые заклинания меняются в одном месте. Это называется боевой настройкой, и для каждого героя можно сделать до 3 предустановленных настроек. А сами билды можно либо составить самому, либо скопировать у топов или известных игроков и стримеров. Кроме этого, эмблемы теперь можно сменить непосредственно в лобби выбора героя перед началом матча. Сколько раз я забывал поменять эмблемы и заходил в игру не с теми перками, с которыми хотелось бы. Теперь, даже если мы забыли сделать настройки по эмблемам и сборке героя до начала подбора, то все равно у нас будет возможность подогнать нужную страницу эмблемы талантов. Получать фрагменты эмблемы и магическую пыль можно в тех же местах, что и раньше. В магазине, подождав нужные бонусные эмблемы, в сундуках, в колесе удачи, в магическом колесе, в ежедневных заданиях, звездном участнике, в некоторых событиях и, конечно же, за прокачку уровня аккаунта также можно получить очень большое количество различных эмблем. Большинство новых талантов получило новые визуальные эффекты, и классно, что они не перегружены графикой, и можно сказать, они почти схематично отображают эффекты самих талантов. Без лишнего пафоса и нагрузки на телефон. Теперь ты точно поймешь визуально, когда срабатывает тот или иной эффект таланта. Прокачивая уровень эмблем, мы так же, как и до этого, увеличиваем базовые параметры ветки эмблем. Например, в эмблемах танка на 20 уровне у нас будет 80 дополнительных единиц здоровья, а на 60 — 500. То же самое касается и всех остальных веток с эмблемами. Чтобы получить все таланты для вставки в дерево, достаточно прокачать базовую ветку эмблем до 40 уровня, а все остальные эмблемы всего лишь до 20. Плюс сама игра нам будет подсказывать, какие эмблемы до какого уровня нужно прокачать, чтобы получить желаемый и необходимый для нашего билда перк. Тем не менее, выше 20 уровня все же прокачивать ветки эмблем тоже нужно. Как я уже говорил, прокачка уровня различных веток эмблем существенно усилит нашего героя, особенно в ранней игре, когда персонажи не успели собрать основные предметы. Какие ветки прокачивать первоочередно? Для ответа на этот вопрос разберемся, что дает каждый из них. Базовые эмблемы добавляют здоровье и дают адаптивную атаку. Что такое адаптивная атака или адаптивное проникновение? Если у героя больше магической силы, то добавится магическая сила и магическое проникновение, а если больше физической атаки, то добавится физическая атака и физическое проникновение. Посмотрим на примере Мии и базовых эмблем. Вначале у нас по умолчанию 30 единиц дополнительной физической атаки. Это дополнительная адаптивная атака с базовых эмблем, которая превратилась в физическую атаку. Как только мы покупаем предмет на магическую силу, у нас исчезает дополнительная физическая атака, она превращается в дополнительную магическую силу, так как эта атака была адаптивной. Проще говоря, во что герой будет собираться, то и будут усиливать адаптивные параметры героя. Это достаточно понятно и удобно, но нужно учесть, что пока что, если мы будем брать адаптивную атаку или адаптивное проникновение для магов, то первое, что нам нужно будет сделать, это купить книжку на магическую силу, чтобы адаптивная атака и проникновение, если оно есть, превратились из физической в магическую. Также базовые эмблемы дают 15 единиц гибридного восстановления, то есть 15 единиц регенерации здоровья и маны. Это достаточно внушительная цифра, особенно для маны в начале игры.
Но кому нужна такая высокая регенерация, пока непонятно, разве что Хилосу или Уранусу, чтобы убрать у них зависимость от маны. Далее эмблема танка. Они дают 500 хп, и это максимальный показатель здоровья среди всех эмблем. Также тут есть 10 гибридной защиты. В случае с гибридной защитой это означает, что нам добавится 10 единиц физической и магической защиты. Вкупе с дополнительным здоровьем неплохо. Еще эмблема танка дает 4 единицы регенерации здоровья. Не густо, но тут главный показатель это, конечно, дополнительное здоровье и дополнительная броня, которая существенно повысит нашу выживаемость в начале матча. Эмблема ассасина дают высокое адаптивное проникновение, немного адаптивной атаки и немного дополнительной скорости передвижения. Адаптивное проникновение сможет максимизировать урон любого персонажа по врагам, особенно в мидгейме. Но опять же нужно учесть, чтобы заработало адаптивное проникновение и адаптивная атака на магах, необходимо купить книжечку на магическую силу. Или мы получим бесполезное физическое проникновение и физическую атаку для мага, а после сильно удивимся низкому урону с навыков. Эмблема мага дает очень много магической силы, сокращение перезарядки и магическое проникновение. Подойдут они для героев магического типа, а урон будет особенно высоким в ранней игре. Эмблема бойца дают вампиризм от навыков, адаптивную атаку и гибридную защиту. Эмблема поддержки увеличивает лечение, максимально сокращает перезарядку и максимально увеличивает скорость передвижения. То есть это идеальная страница для всех саппортов с лечением. Эстас, Ангелла, Рафа и так далее. И эмблема стрелка дают вампиризм с автоатак, скорость атаки, и это единственная эмблема, которая дает не фиксированное значение атаки, а атаку в процентах. То есть этот параметр раскроется только ближе к лейтгейму, когда герой соберет большую часть предметов на урон. По итогу самые универсальные эмблемы, которые подойдут почти для каждого героя и которые желательно прокачивать в первую очередь, как ни странно, эмблема ассасина. Адаптивная атака и проникновение принесет пользу любому герою, разве что кроме танков и поддержки. Поэтому если ты не определился со своим мейном, но хочешь играть за героя, который наносит урон, неважно магического или физического типа, первоочередно прокачивай именно эмблему ассасина. Но еще раз на всякий случай напомню, чтобы адаптивная атака и проникновение превратились в магические статы, нужно купить любой предмет на магическую силу, по крайней мере так работает сейчас. В будущем, возможно, это исправит. А дальше, как определишься со своим классом и мейном, такие эмблемы и прокачивай. Для стрелков эмблема стрелка, для магов мага и так далее. Теперь давай посмотрим, что по талантам. В первой строчке у нас все та же адаптивная атака, скорость атаки, хп, адаптивное проникновение, сокращение перезарядки, гибридная защита, скорость передвижения, а также крит и критический урон. Наверное, самый волнующий тут вопрос, что лучше? Адаптивная атака, адаптивное проникновение, скорость атаки или крит? Адаптивная атака будет немного эффективнее адаптивного проникновения на самых первых уровнях героя, когда еще нет ни предметов на урон, ни прокачанных навыков. Поэтому выбираем ее, если хотим получить преимущество в ранней игре. Для мидгейма, особенно если враги не будут собирать защиты, эффективнее будет адаптивное проникновение. Скорость атаки будет более эффективна для сборок, которые опираются на эффекты софтоатак, например те, в которых есть меч охотника на демонов или коса коррозии. А криты будем брать, если в нашей сборке больше предметов, соответственно, на крит, таких как Ярость Берсерка, Багровый Призрак и так далее. Еще один очень интересный вопрос, что лучше, 225 дополнительного здоровья или 6 дополнительной защиты? Кристальчик на 230 здоровья стоит 300 золота. При этом 6 дополнительной защиты купить невозможно, но если рассчитать стоимость одной защиты, то получается 12,2 золота за одну защиту. Соответственно, 12 защита будут стоить 147 золота. Грубо говоря, стоимость таланта на хп 285, а на защиту 147. Берем что дороже, то есть здоровье. Скорость передвижения можно брать исходя из своих предпочтений, тут ничего определенного сказать не могу. Во втором ряду интереснейший талант на восстановление 3% здоровья и 1,5% маны за убийство или помощь в убийстве каждого миньона. Далее увеличенный урон по лорду черепахи и лесным монстрам, увеличение защиты, когда здоровье опускается ниже 50%, увеличение урона по одиночному вражескому герою, скидка на магазин 5%, вампиризм от навыков 6%, который можно настакать до 10%, сокращение перезарядки боевых навыков и активируемых навыков со снаряжения на 15% и увеличение дополнительной магической силы и физической атаки на 5%. На что стоит обратить внимание тут? Во-первых, мне очень понравился талант на восстановление здоровья и маны после убийства миньонов.
С каждой уничтоженной волны миньонов мы будем получать до 12% от максимального здоровья героя и до 6% от максимальной маны. На мой взгляд, это один из сильнейших талантов во втором ряду, особенно если у персонажа есть проблема с маной. Этот талант также повысит выживаемость героя и позволит тебе реже возвращаться на базу. Опытный охотник чисто для танковых лесников. Интересный вопрос насчет стойкости. Вместо этого таланта можно взять охотника за скидками или второе дыхание. Цена стойкости в голдовом эквиваленте примерно 220 золот. Поэтому есть смысл танку взять охотника за скидками, так как саппорты и танки редко получают полную сборку, и скидка в 5% может быть очень кстати. В конце игры этот талант сэкономит около 400-500 единиц золота. Но в начале, естественно, он будет почти бесполезен. Хотя самый интересный для роумеров талант, на мой взгляд, это второе дыхание, которое существенно снизит перезарядку боевого заклинания. Многие роумеры используют вспышку, и ее перезарядка уменьшится аж на 18 секунд. Со 120 до 102. Я рассуждаю так. Если бы был предмет, который не занимает слот, и он стоил бы 220-400 золота, при этом он снижал бы перезарядку боевого заклинания на 15%, я бы его купил без раздумий. Поэтому для роумеров мне больше всего нравится именно второе дыхание. Для магов выбор аж из 4 вариантов. Мастер-убийца, охотник за скидками, кровавое першество, либо мастер-оружие. Мастер-оружие и охотник за скидками по сути равнозначны, если мы будем собирать мага в магическую силу. И там мы получаем преимущество примерно в 600 золота в лейтгейме. Только в случае с охотником за скидками мы экономим 600 золота, а в случае с мастером оружия добавляем 600 золота к нашей сборке. Соответственно, если наш магический герой собирается в магическую силу, берем перк мастер оружия. Если сборка в перезарядку навыков, эффекты типа замедления или горения, эффективнее будет взять охотника за скидками. Вампиризм от навыков для магов в голдовом эквиваленте стоит примерно 150-250 золота в зависимости от набранных зарядов. Взять можно, но как по мне это слишком дешево, можно купить тот же загадочный сосуд и получить примерно такой же эффект. Брать или не брать для мага мастера-убийцу будет зависеть от твоего стиля игры. Если ты часто устраиваешь засады и ганкаешь одиночные цели, то определенно это будет самый эффективный талант по урону. Но при этом в командных боях мастер-убийца становится абсолютно бесполезен. Для стрелков опять же стоит взять либо мастер-оружие, если собираемся в криты и физический урон, либо охотник за скидками, если собираемся в скорость атаки. И для ассасинов в большинстве случаев это, конечно же, будет мастер-убийца, так как задача ассасина — выносить одиночные цели. Соответственно, даже если у нас ассасин-лесник, берем мастер-убийцу, а не опытный охотник. У бойцов не так много предметов на похищение жизни с навыков, поэтому ценность кровавого пиршества увеличивается и стоит взять именно его, но только в том случае, если боец наносит большую часть урона с навыков. Переходим к самому интересному, а именно к третьему ряду, самым мощным талантам. С роумерами вопросов не возникает. Танком либо ударная волна на урон, либо отвага для восстановления здоровья. Саппортом фокус метка. Для стрелков в большинстве случаев берем квантовый заряд, чтобы ускоряться и получать дополнительное лечение, за исключением некоторых стрелков типа Натана или Клауда. За счет высокой скорости и двойного типа атаки, талант точно в цель на этих стрелках будет срабатывать очень часто. Для магов берем нечестивую ярость, а если маг с комбо-уроном типа Авроры, Доры, Кагуры, Ксавьеры и так далее, то берем, конечно же, смертельное воспламенение. Ассасинам и бойцам понравится всем знакомый убийственный пир на отхил и ускорение после убийств. Также бойцам танкового типа можно взять один из перков, который я предлагал для танков – отвагу или ударную волну. А бойцы с автоатакой типа Зелонга, Маши и так далее могут взять точно в цель или квантовый заряд, так как с них снято ограничение, и этими талантами без штрафа могут пользоваться герои с ближним типом атаки, а не как раньше только стрелки. На мой взгляд, третья колонка представляет нам наиболее широкую возможность для фантазии и кастомизации билда. Именно здесь сложнее всего просчитать эффективность того или иного таланта. Поэтому играй, экспериментируй и выбирай тот талант, который тебе больше понравится. Надеюсь, это видео поможет тебе использовать таланты наиболее эффективным образом и улучшить твой геймплей. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!